В середине июня 2024 года сотрудники 9-го отдела УРГУ МВД России по Нижегородской области в взаимодействии с оперативниками из отдела полиции номер 5 УМВД России по городу Нижнему Новгороду задержали подозреваемых в кражах из квартир. Установлено, что трое ранее судимых злоумышленников проникли в квартиру дома по улице Ульянова, где после неудачной попытки украсть имущество их задержали полицейские. За покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования следователи установили, что мужчины специализировались на кражах из элитных домов в различных районах Нижнего Новгорода. К совершению каждого преступного деяния они готовились на протяжении нескольких месяцев. В настоящее время устанавливается причастность данной группы к совершению еще трех аналогичных преступлений. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.